День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отметили в КДЦ «Сатурн» в пятницу. Для Раменского района праздник традиционный, любимый и заслуженный. По сельхоздостижениям мы уверенно находимся в тройке лидеров по Подмосковью. У нас работает 17 предприятий, крупных сельхозпредприятий, 22 фермерских хозяйства. Это цифры. Это цифры, которые дают понять, насколько на сегодняшний день огромный, хороший такой потенциал Раменского района в сельхозпроизводстве. Поэтому мы можем с уверенностью смотреть в будущее и мы должны делать все возможное для того, чтобы наш агропромышленный комплекс развивался. В агропромышленном комплексе работают талантливые профессионалы, мастера своего дела. Это говорит о том, что у агропромышленного комплекса есть будущее. У нас работают хорошие люди, и, может быть, тем уж они хороши, что в труд свой, как в песню, вложили частичку своей души. С праздником вас! Потенциал для развития есть. В этом уверены ветераны отрасли, отдавшие всю свою жизнь на развитие сельского хозяйства района. Я рад, что родился в Раменском районе, деревне Старково, и всю свою жизнь посвятил сельскому хозяйству, колхозу «Ленинец». Я благодарен колхозникам, которыми я работал, потому что без их помощи, без их добросовестного отношения к труду нельзя добиться тех успехов, о которых сказал ведущий, мой адрес. Я им благодарен, спасибо. А вас хочу попросить, чтобы вы приложили максимум усилий для того, чтобы вложить свой пассивный вклад в развитие сельского хозяйства Московской области и Раменского района. С праздником вас! Руководитель администрации Андрей Кулаков отметил самых достойных. Почетными грамотами, дипломами и подарками наградили лучших работников отрасли, а лучшему предприятию передали чемпионский кубок. Наши аплодисменты и поздравления с высокой наградой, переходящая база. Михаил Лебедев, Андрей Мелентьев для программы «Городские вести».